кладбище. На Варзаге такое. Здесь похоронен. Опияженный. Так, ладно. Вот, смотрите, как красиво. Такой елью могилки стоят. Ай, чуть не упал. Мне вот это понравилось, могилка. Вопияшных полно. Фамилия такая здесь распространенная, видимо. Пияшина. Вот. Кстати, с тыльной стороны ни одной могилки не написано, как сейчас любят делать. Стихи там подсвечать, еще что-нибудь. Такой покосившийся крест. И опять вопияшины. Я уже запутался, был я здесь или нет. Кладбище маленькое. Вот реально. Ну смотрите, вот 18-го, было здесь, 17-го года мальчика. И лес. Красота. Там вот затерянные могилки. Пойдем туда сходим. Так, здесь. Грустно. Ну кладбище очень маленькое, я практически все обошел. Вот. Там уже дорога. Там ничего нет. А то здесь как бы красиво, атмосферненько. Люблю такие места. И видео будет очень короткое. Вот здесь уже крест упал. Вот здесь я вообще не был. Вот здесь козырный под большой елкой. Павел Михайлович был советником губернатора Мурманской области. Он развивал туризм, останавливал уникальный храм Успения Пресвятой Богородицы. Вот здесь вот, в Варзаге. Он строил Варзагу. Неоднократно избирался депутатом Варзагского сельского совета. Ну вот, погиб он в катастрофе. Его все народы любили. Был очень замечательным человеком. Практически Варзага вот на нем и держалась. Вот такой был человек, погиб.